Всем доброе утро. Я лечу в Сочи. А мы прошли все. Теперь заходим шопиться в Duty Free. Сейчас прикупим себе Guess, Giorgio Armani, Сваровские кристаллы. Что еще? А что еще, да? Потому что за окном солнце. Друзья, мы прилетели. Сейчас забираем свой чемодан и едем в отель. В наш номер. У нас отель Сочи Парк. Мы попросили вид на горы, но так как сейчас темно, я не могу показать вам горы, но там есть какие-то очертания. У нас потрясающий балкон. Вот. Поэтому завтра утром ждите обзор. Доброе утро. Сегодня мы едем в горы. Я проснулась в 7 утра. Это какой-то, конечно, кошмар. Потому что зимние каникулы какое? 8-7. Сколько утра вообще? Улица спать. Но на улице такие красивые горы. На улице. За окном такие красивые горы. Это просто восторг. Я сейчас буду плакать. На улице где-то 7 градусов. И что хочу сказать? Потрясающий рассвет встретили. У нас вид на горы. И это, конечно, великолепно. То, что мы сегодня увидели. Я уже сделала много фотографий специально для своего инстаграма. Подписываемся. Вот. И как раз могу показать вам территорию нашего отеля. Тут уже вот бассейн. Здесь бассейн у нас имеется. Тут никто не купается, правда. Удивительно, почему. Вот. Разные корпуса. Так, друзья, мы находимся на высоте 960 метров, гуляем тут по европодобному городку. Риксос, вот такой тут отельчик, вот, очень уютно, я бы здесь жила, если честно. Так красиво, так красиво. Я нажала, время идет. Это мое ложе. Номер от в отеле.
Покачайте меня. Смотрите, как здесь уютно. Очень красиво. Живешь в горах. Вот такие маленькие узкие улочки, елочка. Вот площадь. По дороге. Теперь мы на высоте, не знаю, сколько метров, но сейчас будем гулять. Здесь так красиво. Пьем глинтвейн, который достался нам бесплатно, потому нет, что... Почему? Мы прослушали лекцию о медийном ресторане. Мы Это было очень замечательно, и если бы у нас было больше времени, мы обязательно вернулись, друзья. Это очень заманчиво. Посмотрите, прям березовая аллея. Кто скажет, что декабрь месяц? Короче, пьем очень вкусный глинтвейн. Советуем всем медийное место. Мама на месте. Все, мы добрались, нас, слава богу, довезли. Лихие. Сочинские водилы. Да, лихие сочинские водилы нас довезли. Имейте в виду, здесь ходят всякие маршрутки, такси и так далее. Они тут вообще, у них своя империя, в общем, тут транспортная. Вот. А вот вам красивая площадь, красивая река и красивые виды. Ложимся спать, потому что мы очень устали. Я пью за вас. Да, за вас и за Хатбас. За чай. Пью чай. Ой. Очень хорошо все. До завтра. Доброе утро, день номер 2 или 3, или какой уже и по счету. Сегодня вот такие потрясающие горы, такой потрясающий рассвет. И сегодня мы едем в Сочи на Гурские водопады, смотреть их, изучать их, гулять по Сочи. Вот так. Мы идем на электричку. Сейчас вам все покажу, как здесь вообще это все работает. Говорят, что мы поедем по морю, грубо говоря, по побережью моря, и должна быть красота. Вот такой вот тут вот. Идем на вокзал, значит. Пальмы, солнце. Раннее-раннее утро, такое ощущение, что часов 5 утра, но на самом деле 8:30. Ой, красота.
Короче, мы сели. Узнали, что очень жарко. Будет вот здесь вот в море. Мы будем все наблюдать. Такая вот электричка, ласточка. В Петербурге опять такие не ходят. Друзья, мы вышли на нашей станции Мацеста. Вот билетик. Дальше. Сейчас идем к морю, а потом на Агурские водопады. Пришли к первому водопаду. Сейчас вам все покажу. Сейчас мы будем перебираться с камня на камень на ту сторону. Мама решила тоже пойти. Она, в ней продолжился дух авантюризма. Вот мы поплавали немножечко. Опа. Спросите, почему мама до сих пор? Маме жарко. Ну, либо она решила степаться. Что она в снег? Что она в снег? Что она в снег? Эти кнопки. В общем, это была чертова купель. Маму черти... черты. Маму черты засосали. Но я победила. Вот, мы поплавали немножечко. Вот. Но сейчас все равно пройдем смотреть дальше, потому что сухих носков у нас нет. Так, а вот... Мама продолжает идти, и мы вместе с ней. Здесь очень резкий подъем, да, вверх. Слушай, вот тут жопа. Ну надо, мама, идти. Вперед. Нет. Так, мы нашли пещеру. А слушай, а там у тебя карта же сфоткана. Ну, что-то там просто зеленые и дорожки. А тут пещера, по-моему, все. Наверное, и все. Или что? Теперь туда проходить надо. Не очень поняла. Капает что-то. Мама идет. Нет, Даша, это просто пещера, все. Ну, дай посмотреть хотя бы. Ой. Голову аккуратнее, пожалуйста. Тут можно жить. Ой, сейчас включу. Там как... Шкуры дохлых животных, пятаки какие-то, кабанов. В смысле? Ну, включи свет. Господи, ужас какой! Друзья, мы продолжаем... Мы живы после пещеры, мы продолжаем свое путешествие, мы идем все дальше, вперед. Вот так вот круто, мы отдыхаем. Мама, видимо, уже была против этой поездки в моменте того, как она упала, но это не значит, что мы у нас еще не умер дух авантюризма, мы любим приключения, да, мама? Мы любим приключения. Мама здесь. Мать гусыни на месте. Дошли до нового приключения, как говорится. Будем переходить обрыв. Маленькая сына пошла. Опа! Настроение такое.
перебираемся. Это самая красота за поворот. Идем за поворот. Отсюда совершенно не хочется уходить. Такое мягкое закатное солнце. Так хорошо. Друзья, я замутила себе бутерброд. Мы купили колбасы в Пятерочке и морковь, поэтому... Ой, морковь, какую морковь? А морковь мы купили, кстати. Сейчас покажу вам, какую морковь. Я обожаю спаржу, морковь, вот эту, которая корейская. Ой, все капает. Книжку еще заляпай, давай. Вот, все это, конечно, очень любим. И вот купили, значит, колбасу, хлеб и огурец, поэтому просто... Бутерброд шик. Сейчас еще дошик завалится, это вообще великолепно. Всем привет! Сегодня третий день. И у нас идет дождь. Но мы все равно решили пройтись, погуляться по морю. Вдоль моря решили прогуляться. Посмотреть на... пасмурное небо, пасмурное Сочи, видеть красоту, вот, потому что на самом деле мы находимся в Сириусе, а это довольно современная местность, поэтому тут очень много разных интересных построек, и набережная очень красивая, ну, сколько мы могли увидеть, когда ехали на такси в Красную Поляну, или на Красную Поляну, как правильно, не знаю. Thank you.
друзья, сейчас только что произошла фотосессия полуобнажённой Дарьи Денисовны. Смотрите, в моем инстаграме фотография. Мама меня уже одевает, потому что это... Нет. Я уже соскучилась по снегу, хочу домой в кроватку спать. А в горы не хочешь? Ну, надо немножко отоспаться дома, а потом можно в горы опять.